На продаже автомобиль для тех, кто хочет получить полноценный большой паркетник, относительно новый, при этом по адекватной цене. Марка Geely для белорусов уже стала привычной. Все болячки известны, некий лимит доверия получен, и новые автомобили, особенно в Минске, продаются на ура, особенно когда нет альтернативы. На продаже почти новый Geely Amgrand X7 в уже новом кузове. 2020 год, автомат на двигателе 2.0 бензин с очень демократичным пробегом в 50 тысяч километров. Стоит отметить, что автомобиль за 3 года эксплуатации сохранил заводское состояние и каких-либо нареканий к нему нет в принципе. За рулем ехать интересно, чем-то напомнило вторую Санта-Фе. Сидишь высоко, впереди видишь капот, чувствуется, что автомобиль большой и может проехать много где. По кузову и технике вопросов нет. Классно выглядит и передняя часть автомобиля. У него интересная радиаторная решетка, на которой гармонично расположен значок марки и нескучные фары. Материалы отделки салона совсем не кажутся дешевыми. На всех элементах интерьера используется хороший пластик. Видно, что над дизайном люди работали, а не халтурили. Качество материалов у меня совершенно нет вопросов, особенно за такую цену. Посадка в кресле вполне обычная, но без явной боковой поддержки. Задние пассажиры должны быть рады огромному свободному пространству для ног и над головой. Сидеть на диване удобно, даже если переднее кресло будет отодвинуто максимально назад. Двигатель не склоняет к агрессивной езде, а подойдет для спокойного перемещения. Подвеска в Amgrand X7 мне даже понравилась. Она отлично сглатывает мелкие ямы и неровности. На машине действительно приятно ехать по дорогам с плохим покрытием или гравейке. Кому машина понравится, так это тем, кто никуда не спешит и не любит скорость, живет за городом, куда редко приезжают асфальтоукладчики. Тем, кому практичность важнее общественного мнения. Автохаус Гранд, Новополоцк, приезжайте на тест-драйв данного автомобиля.